В Мелитополе обокрали известного певца Александра Пономарева. В город артист приехал с концертом. Как сообщает сайт «Забор», из машины, на которой Пономарев и его коллектив приехали в Мелитополь, пропали рабочие компьютеры, костюмы и документы на авто. Сейчас мелитопольская полиция занимается поиском пропавших вещей. Невзирая на форс-мажор, концерт состоялся в назначенное время.